Друзья, привет! Сегодня с вами говорим про признаки онкологии. Я расскажу про то, что я знаю, потому что я видела очень много таких состояний, как медицинский психолог и сейчас нутрициолог и обучающийся. Сразу скажу, что многие путают эту историю с разными неврологическими заболеваниями и другими нехорошими моментами. Я скажу так. Бывают ощущения слабости, интоксикация, снижение аппетита, похудение И знаете, некоторым говорят о том, что иди сразу к психологу У тебя там проблемы с питанием, ты там, не знаю, какой-нибудь анорексик Или высокая температура, интоксикация, у человека бред И опять его посылают к психологу, потому что думают о том, что у него там просто какая-то какая мусорка в голове если говорить о первых признаках, то бывают совершенно разные моменты, это першение, покашливание, которое мешает, и бывают первые признаки еще и желудка, это боль тупого характера в животе, возникающая между завтраком и обедом и ужином, соответственно, общие ощущения переполненности желудка газов, которые постоянно отходят. В общем, это серьезные вещи. Бывает так, что у человека эрозии... Первые признаки рака у мужчин – это рецидивирующий тромбофлебит. У детей это бывает еще и просто бессонница, температура, отвращение к мясу. Плюс многие худеют при этой истории. Плюс слабость, потливость. И это очень-очень серьезно влияет на эмоциональное и на физическое состояние. Симптомы разные. Температура, психогенные состояния, бессонница. К этому бывают проблемы с питанием, проблемы с нервной системой и проблемы с фокусом внимания, ведь страдает нервная система. Плюс самые главные такие моменты, это когда кровоточат десна при чистке зубов, мы бывает полагаем, что это авитаминоз, и соответственно в целом это прям таки серьезно, серьезно тревожит. Наличие болевого синдрома изменение кожи волосяного покрова и дальше утомляемость бессонница потеря веса повышение температуры и ээ психотипические состояния бывают разные, да, э, проев... бывают разные виды онкологии, да, и э, сразу вам скажу, что эти вещи в принципе влияют на э, нервный статус и почему я видела много людей, потому что путали эти все состояния с депрессией, с витаминозом отправляли ко мне, с тревожностью, с вообще нежеланием там, общаться в семье, нежеланием там, проявляться и якобы нежеланием учиться, познавать. Ну, Простите, когда я называю такие симптомы, человеку первое, что нужно сделать, это найти врача. И часто родители еще путают это все состояние с каким-то у ребенка, особенно невнимательным там, отношением, нежеланием, в общем, с каким-то неправильным состоянием эмоциональным. И скажу так, все это можно исправить и максимально отвести человека к, к доктору. И все.